Депутат парламентской группы «Победа» Марина Таубер требует отставки глав службы информации и безопасности и полиции, а также созыва Высшего совета безопасности. Это связано с резонансным преступлением, в результате которого 10 июля в столичном секторе Рыжкановка киллером был убит иностранный гражданин. По мнению политика, властям известно, как иностранные преступники попадают в нашу страну. Однако, как она считает, для их задержания ничего не делается. Вместо этого возбуждаются уголовные дела и преследуются оппозиционные депутаты, говорит Таубер. Наши власти знали о возможной опасности, которую представляет этот гражданин, но не приняли никаких мер. Где СИП, который в курсе планов спецслужб других государств на 20 лет вперед, а что делается у него под носом, не знает? Безусловно, вопрос риторический. Обращу внимание, что судебные заседания против меня и моих коллег назначаются каждые 2 дня и рассматриваются в срочном режиме. А вот судебные заседания в отношении некоторых международных преступников рассматриваются годами. Отмечу, что именно эта власть изменила процедуры предоставления убежища таким образом, что любой преступник, ищущий убежище, может годами скрываться в нашей стране. Марина Таубер заявила, что власти преследуют оппозицию и граждан, чьи взгляды отличаются от курса правящей партии, но не борются с настоящими преступниками, которые могут свободно въехать в Молдову и скрыться от ответственности в нашей стране. Если Унизительно, когда сотни пожилых людей подвергаются преследованиям со стороны таможни, полиции и СИП при въезде и выезде из страны через аэропорт и другие пункты пропуска, а иностранные преступники без проблем пересекают территорию Республики Молдова. Немыслимо стать свидетелем того, что вооруженный убийца ездит по городу на самокате и может так легко убить, а потом бесследно скрыться. Мы не хотим политизировать эту тему, но игнорировать ее категорически нельзя. Речь идет о безопасности граждан и безопасности наших детей. Власть обещала бороться с коррупцией, только вот коррупция процветает. И этот случай наглядно показывает. Они обещали реформу юстиции, но вместо этого полностью захватили правовую систему, которая работает только в политических интересах. Депутат парламентской группы «Победа» призвала созвать Высший совет безопасности и потребовала отставки глав СИП и полиции. Прекратите выполнять незаконные указания преследовать оппозицию. Займитесь предотвращением тяжких преступлений. Необходимо восстановить уверенность людей в безопасности своего мирного будущего. Мы готовы предоставить все необходимое для борьбы с этой преступной напастью и предотвращения подобных угроз. Обращаемся к президенту Майе Санду. Необходимо срочно созвать Высший совет безопасности, немедленно уволить некомпетентных руководителей СИП и полиции, принять меры по обеспечению безопасности граждан и подлинной безопасности государства. Таубер призвала правоохранительные органы не забывать о своей миссии и о том, что приоритетом является безопасность граждан, а не политические мотивы. В администрации президента, в СИП и полиции пока не отреагировали на заявление Марины Таубер.